Вот такая девушка у нас получилась. Давайте теперь создадим ей пару. Добавим персонажа молодого человека. Так, вот он наш молодой человек. И назовем его, например, Дион. Цвет кожи, ну, пусть он будет немного посветлее. Так, модификаторы тела. Нет, ну сильно полного тоже делать не будем. И поскольку он у нас парень, немножечко его подкачаем. Вот так. Сейчас выберем ему причесочку. Мужских стрижек здесь также много. Вообще разные-разные длины. Вот такие дреды. Что у него с лицом? Почему он такой серьезный? Давайте что-нибудь ему подберем. Во-первых, наверное, пусть он будет блондином. Так. И какую-нибудь стрижечку. Такие пышные у него волосы. Здесь есть также на любой вкус. Вот короткие стрижки. Длинные, разные укладки. Налысо, дреды, косички. Что-нибудь вот такое пусть будет. Легкая такая небрежность, творческий беспорядок. Вот я сейчас просто вот так покажу вам, пролистаю, сколько здесь всего. Аксессуары. Различные шляпы. Кепочки. Это что? Что это? Так. Можно так на Хэллоуин прийти. Ну что мы ему выберем? Аксессуар, наверное, на голову никакой выбирать я не стану. Здесь шляпы. Украшения разные. Так, ну давайте вернем прическу, которая была. Где она наша растрепанная? Вот. Вот так оставим. Брови. Надо что-то сделать ему с бровями. Что они у нас такой, какой-то сердитой формы. Что так и останутся? Тогда нужно будет подрегулировать их. Так, ну пусть будут вот такие. У мужчин еще появилась растительность на лице и волосы на теле. У женщин нет этого. Здесь бороды, вот такую можно совершенно безумную бороду нарастить. Либо вот ухоженные, аккуратные бородки. Ну, ничего ему делать не будем. Не надо нам никакой бороды. Волосы на теле. Ну, я думаю, поскольку он блондин, у него здесь, наверное, не будет вот такой растительности. Так что оставим все как есть. Теперь можно подкорректировать ему внешность. Овал лица, например. Какой-нибудь. Давайте пощелкаем. Ну, вот это неплохо. Но это такое кругленькое лицо. Вот это нормально. Вот так. Глаза. Глаза у него здесь какие-то прищуренные. Сделаем ему. Сейчас посмотрим. Ой, сколько много. Даже я не знаю, какие выбрать.
Это как у нее глазки. Ну, вот такие. Вот. Нормально. Цвет глаз голубые. Так, носик оставляем в покое. Губы. Губы. Не знаю, какие. Вот так может быть. Ну, вот так. Оставим ему. Не очень пухлые, нормальные губы. Так, косметику ему не надо. Татуировки. Мы можем сделать ему, например, на руке. На руке что-нибудь такое изобразить. Вот. Пусть так остается. Так, следующее у нас гардероб. Тоже немаловажная часть. Огромный-огромный каталог. Здесь у нас футболочки, рубашечки тоже, жилетки, пиджаки мужские. Спасательные жилеты вон даже есть. Толстовки. Костюмы с бабочками. Свитерок сверху повязан. Очень-очень много всего. Курточки. Водолазки. То есть просто можно переодевать до бесконечности свой персонаж. Это какой-то костюм супергероя. Такой, курточка. Так. Ну ладно, давайте сразу тогда, наверное, посмотрим костюмы. Я вот так быстренько пролистаю, чтобы вам показать, что... Ну, правда, очень-очень много. Маечки даже в конце уже. Нижняя часть одежды также разнообразна, как и у женщин. Шортики, джинсы, брюки, джинсы рваные, тертые, свободные, узкие. Все, что хотите. И выберем ему какой-нибудь уже наряд готовый. Ну, также здесь есть костюм хот-дога. Ну-ка. Вот такой вот он у нас. Стиляга. Так. Ну, вот костюм такой вот тут. Скелета. Комбинезончики есть. Есть смокинги. Это фартучек. Ну, для работы где-то, не знаю, может быть. В каком-то магазине. Здесь такой заляпанный фартук уже. Поработал, все. Спачкался. Все, он у нас довольно прилично одет. Ботиночки можем ему какие-нибудь одеть. Черные. А можно белые под пиджак. Посмотрим просто. Вот такие забавные шлепанцы. Или вот, например. Он как классно смотрится. Оставим белые. Также здесь есть сапоги. Ну хорошо. Давайте выберем ему белье. Вот в таком он хочет сам спать. Здесь есть пижамки. Ну, мы его так, наверное, и оставим, потому что здесь такие пижамы, халаты, еще какие-то костюмы. Нормально вот так оставим. Спортивная одежда. Сузел. Так, спортивная одежда какая-нибудь вот такая. Пусть он у нас будет мотогонщик. Купальный костюм. Задерпа.
купальный костюмчик. Вот такой. Но это больше даже похоже на костюм для занятия серфом. Все, и теперь выберем ему характер. Добавим. Пусть он будет автолюбитель. Вот безумный, что значит, что он будет вытворять у нас, если мы выберем это. Безнадежный романтик, например. Так. Общение. Верит в чудеса. Дружелюбная душа компании. Да-да. Вот так. Класс, класс. Так, это у нас физические данные. Любит, может быть, поплавать. Мореход. Спортсмен. Мореход. Ставим вот это. И интеллект. Он будет воятель, гений. Компьютерный гений, например. Вот такой он у нас разносторонний. Цель выбираем. Великий исследователь. Стать создателем киборгов. Мечта всей жизни у него. Агент 008. Король шахмат. Рок-звезда. Создатель киборгов. Класс. Так, вкусы и голос. Любимая еда китайская. Музыка классика. Цвет сиреневый. Ну, давайте выберем не сиреневый, например, красный. Голос. Это же не знаю, ну ладно, первое ставим. Знак зодиака. Ну, водолей стоит, ладно. Нормально. Водолей. Так что вот она, наша пара. Мы посмотрели с вами одежду, аксессуары и прически. В следующем выпуске будем создавать им питомцев. До встречи!